Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Драгонборн. Сегодня мы отправимся по квесту, по нашему основному квесту, посетим храм Нирака. Я постараюсь это сделать чем побыстрее, потому что по слухам, то подземелье, та шахта, куда мы попадем, она будет довольно-таки объемная. Постараюсь как можно быстрее пробежать это все. Храм Нирака довольно-таки специфичное место. Но что? Ой. А это... Это у нас кто такой, я не понял. Кто это? Ребята, бычи. А кто это такие? Хорошо, я тебе помогу. Ну, потом. Не сейчас, потом. Сейчас мы пока займемся путешествием к храму. Тем более, что он, блин, что он не так далек. Конечно, через весь остров придется тереться, но это уж... Блин, давай быстрее как-то. Что тут за дом? Это просто интересно. Угу. Очередная сожжет. Это что? Это вроде мамонтов? Что-то как-то я их боюсь. Давайте-ка мы их трогать пока не будем. Потом. Как-нибудь. Может быть. Посмотрим, короче. Пока вперед. Не понял? Ой. Какие-то кузнечики. Кыш. Угу, то есть это с вас добывают хитиновые пластины. Хорошо. Будем знать. Хотя мне, в принципе, уже не надо. Ибо броня у меня и заточенная, и скрафченная. Больше, в принципе, я ничего делать не буду. А из хитина, по-моему, оружие сделать нельзя. Тут какой-то форт сверху. Все потом. Ну, блин, локаций много. Это... Бриган. Ну ладно. Хоть так. А это что? Что это у нас тут? Главарь шайки? Тогда мы это сделаем по-тихому. Че, тут много что ли? Я вижу только одного. А. Тихо. Ну, Сирана, ну зачем ты это делаешь? Я хотел все по-тихому провернуть. И сюда. Ау! Прекрати. Так, блин, я опять отвлекся. Все. Прямой курс на храм Нирака. Все, хватит. Эти бандиты тут. Они нафиг мне не нужны. Двигаем.
Так, а где же эти руины? Вот это вот что ли? Хотя нет, это очередной камень. А где же эти руины? Или как у Зимерска? Нет. Идем. Идем к храму Мирака. Не отвлекаемся. Блин, был бы у меня сейчас конь. Под этот откос было бы идти намного легче. Кто не знает, тут кони могут ходить под 90 градусов. Так. Это драконы? Да, еще дракон. Еще. Блин. Это что-то. То есть Мирок на самом деле Давакин. Еще. Блин. Грабитель. Ты что? О, разбойник. Спать. Ты? Ты тоже спать. Плевать на то, что вы зомби. Я просто вас хочу убить. Ты что, здоровая? Кто ты? I am Freya of the Storm. I am here to either save my people. I am unsure. Something has taken control of most people's thoughts. It makes them forget themselves and work on horrible creations that corrupt the storm. My father, Storm, our shaman, says Mirak has returned to Falstein, but that is impossible. Ага, то есть Мирак не всех подчинил. Then you and I both have reasons. Let us go. Хорошо. We need to find a way into the temple below. Меня всегда учили избегать таких ротвайлов. Кажется, теперь я понимаю, почему. Who's there? Хорошо, что я доверяю своему слуху. О, фаерболы. Мирак, help me. Нет, Мирак тебе не поможет. То есть, как видите, зачарованная броня, она лишает кольца, ожерелье, зачарованное плюс 45% к урону одноручным оружием, это все. Это труба всем. Можно, наверное, даже дракона вынести с одного критического. Так. Короче, не будем осматриваться. Ловушка. Желательно. А, вы? Здорово. Аби. Мини. Victoria again. Угу. Победа, победа. Плюс. Так, ладно, прорываемся дальше. Пока ничего нету. Там что-то наша эта новая напарница задвигает. Блин, кто там еще? Шо вон. Кто тут? Драугры, что ли? Привет. Давай, до свидания. Все, перейдем дальше. А, блин. Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Так. Что у нас здесь? Спуск вниз. И, по-моему, гробы. Да, вон, вижу один. Тихо, не вставай. Блин,
Ты меня спалил. Ну ладно, не имеет значения. Блин, не понял. Что, не работает, что ли? Как это так? Это что у них за барьеры такие? Капец, барьер какой-то у него странный. Типа я 4 раза ударил, и по нему урона даже не прошло. Это странно. Так, тут драугры. Будут вставать, нет? Спасибо, Сирана. Буду. Да. Будут. Драугр, военачальник. Тихо. Тихо. Не кричи. Я кого убил? Скелета или... Нет, того, кого надо, блин. Это радует. Сирана оживляет всякую дрянь. Мне чтоб военачальника оживить, например. Ты как? Ты... Да. Странный вы. Да, чуть не унес. Только на меня твоя кузруда не действует. Блин, что так, крит урон не сработал, что ли? Странно как-то, комбо оборвалось. Блин, а что там происходит? Иди сюда. Все? Надеюсь. Блин, где это я застрял? Сюда, нет? Да, сюда. Извините меня за такую быструю пробежку по локации, но тут в самом деле ничего интересного. Ай, блин, порезался. Ну ладно, мне можно. А им повезло. Хорошо. Дверь. Так, ясно. Надеюсь, это. Ага. Не то. Это только секретка. Ну давай, тогда черный камень души, все. В принципе, больше мне ничего не надо. Так. Чтобы этой сволочи тут не было. Ну, у Сираны тупая манера. Оживлять всякое ненужное нафиг никому говно. Блин. Блин, я опять застрял. Сирана. Сирана, пожалуйста. Блин. Узкие коридоры, ненавижу узкие коридоры. Что мне, фусрудой вас вышибить отсюда? Тупые напарники, как вы меня запарили. Рота, подъем! Кто это сделал? Так, тут вот еще один. Все хорошо, критически, со спринта. Ну ты достала уже. Уйди нафиг отсюда. Такая быстрая пробежка по храму. На самом деле я не знаю, куда бежать, это просто спонтанно. Я согласен, да, там может быть масса хороших вещей, но деньги мне в этом дополнении не нужны. Броня у меня уже есть. Оружие, в принципе, тоже. Может, там какие-то книжки интересные есть, но это уже другое.
Блин, скелеты. Просыпаются один за одним. Who's there? Не знаю. I knew I heard something. Не подходи. Блин, спать. Придурочный. Блин. Что-то закрыт был. Ладно, мне походу показалось. Так, что тут у нас внизу? Ой, культисты. Да, конечно, ты же не можешь не палиться. Начинайте вырубку. Так. Ну, в принципе, это сработано тихо. Они даже не успели ничего сказать. Это что, нога торчит? Прикольно. Баги. Так, кто вылезет? Давай, выходи. Доспех, воплощение дракона. Хорошо. Блин, ну чё? Чё происходит? Чё, я думал, это уже какое-то... Чё происходит? Ё-моё. Блин, все разлетаются, короче, крутые. О-о-о. Иди лесом. Ты кто, кстати, привратник? О, ключ от храма мира, так. Убей, вот это вот, это раз. Что ты делаешь, дура? Девочки, вы чё? Чё вы делаете? Сирана. Твою в бога душу мать. Боже мой, какие вы... Только что заговорил, главное, про баги. Вот, на тебе. Где она? Ох, Сирана, Сирана, что ж ты делаешь, а? Где вы? Где Сирана? Сирана, успокойся, пожалуйста. Пожалуйста. Я не хочу тебя убивать. Но, судя по всему, если ты будешь себя так дальше вести, придется. Так, что это тут у нас? Какой-то проход. Почему? Почему они напали друг на друга? Ох, похоже, мне этого не понять. Так, мне надо каким-то образом попасть сюда. Нет, не сюда. А куда? То есть обойти эти стены. Угу, то есть тайный проход, хорошо. А вот решетка. И да. Вот это. Вот это и есть наш выход. Да. Хорошо, прекрасно. Ну конечно ты знала. Ты Фрея у нас вообще молодец. Ты все у нас знаешь. Все, че, как, че, почем. Так. Опа. Еще спуск. Да, блин, большой получился крип. Ну, в принципе, так как мне и говорили. Очень и очень длинный крип.
Что-то я не успеваю его пробежать за 20 минут. А вот, спуск вниз. Ну, в принципе, должно получиться. Тихо. Не палимся. Блин, уже спалился. Ладно. Разоружение? Скелеты. Как я вас ненавижу, скелеты. Откуда? Да блин, еще не все. Все? Прости, Сирана, но ты правда оживляешь какое-то дерьмо. Так, ну чё? Долго ещё к концу этого крипа? Чёрная книга? Это такая, как мы читали? No. It may be what we think. Давайте прочитаем. Попадем уже в новую локацию и там закончим. Это, судя по всему, такой же источник знаний, как мы находили уже в крипе в том. The time comes soon when... Не понял? What? Мирок! Мирок, это ты? Who are you to dare to... На самом деле? Uh-huh. Значит, вот ты какой. You ты человек. I can feel it. And yet... Хорошо. I could have slain him myself back when I walked here, but I chose a different path. You have no idea of the true power a dragon born can be. Да ладно. О. This realm is beyond. Прикольно. You have no power here, and it is only a matter of time. Before soul finds all the mind. I already control the minds of the people. Soon they will finish building my temple, and I can return home. Блин, вы видите эту башню? Так, ты не... Send him back where he came from. He can await my arrival with the rest of Tamriel. Я заметил только то, что он электрический маг. Что вы делаете? Прекратите. Дайте мне волю, я вас убью. Всех убью. И тебя, Мирок. Ни хрена, он на драконе улетел. Прикиньте. Отпустите меня. Я вас всех побежу, суки. Блин. Они меня выкинули. Походу, они меня выкинули из этого мира. Скоты. Here. You read the book and then it seemed as though you were not really here. I could see you, but where? Where is he? Can we reach him? Can we kill him? This is a dangerous thing. We should return to my village and show this to my father. Perhaps Thorn can make sense of what is going on. Come, there looks to be a way out through here. Что ж. Это была первая встреча с Мироком. Это было прикольно. Ладно, всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующем.